Посадила нынче я в теплице арбуз. Вот, смотрите, арбуз у меня висит один. Как формировать? Надо удалять все лишние пасынки, оставлять только 2-3 цветочка. Вот покажу, где у меня пасынок маленький. Вот пасынок, вот так удаляем. И вот растет дальше. И появляется еще цветочек. Надо опылять цветы. Ну, покажу я вам потом, какой арбуз у меня вырастет. Ой, с осенью.